Курочки мои, идите сюда. Ты тоже хочешь к нам? Куры, куры, куры. Давайте. Вон, 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 потащили, потащили. Бурлаки на Волге. Давайте, давайте уже. Полураспад пошел. Видите, как надо изучать полураспад? Что это такое? Раз и распало наполовину. А может, у кого и больше. Это у нас Артем снимает. Не боятся. Да давайте есть. Не, отойди, они боятся. Куры, 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 куры. Все, все внимание пошло на безразмерные кишки. Он потащила, потащила, потащила. Такая тяжелая, медленно еле идет. Спряталась. Спряталась в домике. Все, она теперь в домике. Ну давайте. Что-то... А тут неинтересно. Вон он, туда-сюда бегает, туда-сюда. Ну, кинула, небось, и прибежала, да? Да не, наверное, проглотила. Это большая была. Бывает, что. Да, бывает, что бросают, а но в основном проглатывают. Хотя глотают долго. Вон, кто-то выхватил. Им надо сделать этот флаг такой. Переходящий красный вымпел, намазать его чем-то таким вкусненьким, чтобы ее не вытягали. Ну, анус оторвало. А, точно, да. Все, не осталось кишок? Да кто его знает. Вон, еще осталось, он бегает. А эти тут перья доедают. Говорят, что перья несъедобные. Вот, едят же перья. Только так едят. Потому что перья с мясом свежие. А сухие перья не очень хотят есть, потому что они такие, наверное, сушеные. Перетрется с камнями, да? Да, я вскрываю, когда это... Ну, на вскрытии смотрю, то там у них в основном сено и перья. Ну и камешки. Камешки тоже. Вон вишневые косточки едят. Некоторые глотают, некоторые выплевывают. Ну то не страшно. Они проходят. Проходят, что не перетираются, что ли? За первый раз не перетираются, за второй раз только. То есть надо, чтобы кто-то съел. Потом оно выпало. А потом, может, вообще другая курица была. Да, ну так, конечно. У них тут большая семья, говорится. Пилом не щелкай. Ну что? А что это не заходит в помещение? Сыро. Может, тебя бояться. Я спрячусь тогда. Да эти, видишь, внимания не обращают. Им все равно. Ты должна жадность бить. Вот это те, которые едят, должны всех как бы... Вон он начинает разгребать уже. И эти начали подходить. Вот. Ну да, смотрят, что что-то... Еда-то уходит, можно бояться, да. Долго. Они смотрят, что хвосты вверх торчат, это флажок, значит. Тут есть еда. Какие-то птицы пролетели, все. Все, и остальные начали подходить поближе. Не все, но так. Хорошо таким докармливать. Все, уже начали разгребать. Глушь поет. Вон та курица, видишь? Белая. Ну, она такая желтоватая, у нее хвост коричневый. Посмотри на ее пальцы. Видно? В стороны начали. Передние. Да, передние пальцы, что они же в стороны начали. То когти такие здоровецкие. Эти когти именно от времени, 4 года.
это что это? Деформация, да, натуральная? Ну да, от времени уже. Когти растут длиннее. То есть она старая, что ли? Да, 4 года ей же. То есть ей скоро надо будет. Да, после петушков она пойдет. Я надеюсь, она еще снесет яйцо. А несется она как? Не знаю, я не видел. В этом году не было. А вот в прошлом году она хорошее снесла яйцо. Вот такая курочка получилась, он крупная. Вот а, с большими лапами. Что за петушка стоит? Угу. Все? Или не все? Вот интересно, что жар не бегает за этими, за кишками. Он знает, что он может их не просто не ухватить. Кто? Вон тот черный петушок, он один, единственный черный. Да. Но не совсем черный. Видно, что у него там неблагородные рыжие какие-то были предки. Но все равно. Он тут лучше с перьями пообщается. Чем у него просто выхватят кишку и все. До свидания. Ну вот и все. Да? Шапочный разбор пошел. Но перья это уже не самое вкусное, да? Да, это уже не интересно. Но все равно клюет. Да. Оно такое мягенькое. То, что перья кидаешь, они меньше будут друг у друга вытирать. Да, уже же видишь меньше. Уже понаедались, у некоторых зубы такие, что переполненные. Но оно видно, когда зуб переполнен, они уже перебирают харчами. Уже не кидаются на все подряд. Все, самое мясо съели. Осталось почти, ну, мелочь всякая разная. Я думаю, допоздна уже доедят. Или может что-то на завтра останется. Оно не пропадет. А я пойду гляну. Арсений селезнет зверобой. Ты съела там, да? Да, сейчас посмотрим. Я думаю, что она кинула ее. Может быть. Куры съели очередную порцию петушка, какую-то его часть внутреннюю. Ну не видно. Не видно. Было бы хорошо, конечно, все это проваривать. Оно тогда будет более, можно было бы переварить его получше. Проваривать, измельчать и... Это бы съедалось очень быстро, добавлять в общий корм. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев Зверобой. Это у нас было качество 4К картинка. А, нет, не включил 4К. Не включил, ах ты ж. Солнца не, нет. Значит, не включил 4К картинку, но значит будет со стабилизатором в руках и стабилизатор на голове. Оператор, монтаж и режиссура Артема. Ну, актер, да. Актеры. Все мы тут актеры. Я в том числе. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока.